Возможно, я, конечно, не утверждаю, но возможно то, что с новой политикой Тесса и Невалов, с тем, что они все переделывают, полностью ландшафт переписывают, потерялся некоторый шарм вот это вот Моровинда. Я не знаю, как это. Ну, возможно, не утверждаю, но возможно. Вот, пожалуйста, Клифф Рейсер Михайловский летает. То есть все четенько тут добавлено около... Ну, короче, все животные почти добавлены. Почти все. Карстага только и... Вот, пожалуйста, прошел насквозь дерево. У них у этого есть коллюзия, у другого нет. Ну, я не знаю, как бы потерялся ли шарм Моровинда или нет. Но вот этот вот вид Моровинда, он максимально приближенный к оригиналу. Давайте еще зайдем вот в эту локацию. Что это, я не знаю абсолютно. Но тут видно, что есть крыса. Крыса. Не знаю уж, какой у меня уровень сложности стоит. Я их убил. В общем, в эту вот пещеру зайдем, да? Тут, соответственно, на всех NPC-шках будет одежда. Вот. Ну, и так я вам все показал. Вот все рассказал, как есть. Добро пожаловать к нам в группу, то есть присоединяйтесь. И все в таком духе. Всем удачи, всем добра и счастья. Все.